Каким будет питомник имени Лукашова? В Хабаровске жители города узнают через 4 месяца. Техническое задание для благоустройства природной достопримечательности разрабатывает группа из экологов, архитекторов и предпринимателей. Накануне они впервые собрались на проектные воркшопы. Направляет процесс известный урбанист из Калининграда Святослав Мурунов. Подробности в репортаже Татьяны Репиной. Питомник имени Лукашова – один из 6 флагманских, то есть приоритетных проектов региона. Какой будет зона отдыха, решает специальная рабочая группа из министров, депутатов и общественных деятелей. Питомник Лукашова – особо охраняемая территория. Строить можно не все. В Хабаровск даже пригласили известного урбаниста из Калининграда. Он должен помочь с проектом благоустройства питомника имени Лукашова. Принять участие в разработке технического задания могут экологи, архитекторы и все неравнодушные жители города. Сегодня рабочие группы, а их несколько, соберутся на проектный воркшоп. Мозговой штурм команд устроили на площадке обсерватории. За 2 дня участники определили сильные и слабые стороны питомника и текущие проблемы. Куратор процесса Святослав Мурунов. Впервые урбанист приехал в Хабаровск 2 года назад. Теперь бывает чаще. За 4 месяца рабочая группа должна подготовить техническое задание. Составят его по технологии социального проектирования. Мы не умеем ставить задачи. Мы умеем сразу там мериться. Вот я видел такое решение, я знаю такое решение. И мы начинаем сравнивать абсолютно несравнимые варианты, потому что мы до этого не пообсуждали, что же мы хотим развивать-то. Мы хотим развивать территорию, прилегающую к питомнику, мы хотим создавать на питомнике, в питомнике Лукашова новые виды деятельности, мы хотим восстановить сам питомник, что мы хотим и кто это мы. Главный принцип социального проектирования – максимальное вовлечение общественности. Опыт проведения проектных воркшопов поможет в будущем выстраивать коммуникацию между экспертами и общественниками Хабаровска. Очень радостно, что тут собрались столько неравнодушных людей, которые болеют и за город Хабаровск, и за судьбу питомника. И вообще очень приятно, что у нас общество изменилось. Когда будет сформировано техническое задание, рабочая группа экспертов вместе со Святославом Муруновым придумает концепцию и будет ее защищать. На всех этапах обещают совещаться с жителями города. Планируется, что в 2023 году в питомнике Лукашова появятся обустроенные входы, туалеты и освещение. В конце работы нашей, да, мы получили ожившую территорию, которая в том числе используется и под нужды питомника, то есть культивацию растений. Может быть, даже каких-то наших дальневосточных растений, лимонник, актинидия. Это история, которая на западе России очень большим спросом пользуется, то есть имеет туристический потенциал, соответственно. Да? Вот. И, ну, естественно, просто для комфортного времяпрепровождения горожан. Успешный опыт развития природных территорий есть и за границей. Один из известных – Ричмонд парк. Во 2-м по величине парке Великобритании отдыхают не только местные. Он стал местом притяжения туристов, художников и режиссеров. В Оленьем парке снимают документальные фильмы и сериалы. В свою очередь, питомник имени Лукашова тоже может стать точкой притяжения в Хабаровском крае. Татьяна Репина, Виктор Казаров, телеканал «Губерния».